Приветствую вас на канале «Время рыбалки». Сегодня 31 марта 2016 года. Вчера получил посылку с проверенным мной магазином. То есть заказываю уже второй раз, потому что цены меня там радуют по сравнению с другими магазинами. Но, видимо, к весне все подразобрали. Товара нужного нету. Заказал еще вторую, должна прийти через неделю в спиннинг лайн. Открываю на камеру чисто для себя, что вдруг что-то, может, все брачок какой-нибудь сломали, так целое, никаких вроде нет. Почему открываю все ножами свои посылки? Это, мне кажется, так неудобно. Вообще ужасно. Да. Заказывал еще спиннинг от Pontoon 21 чейзер 15-35 грамм, но промуржили недельку и сказали, что такого нету, не оказалось у них в наличии. Вот. Поэтому заказал немножко себе приманок, и леска должна быть. Леской пользовался раньше от фирмы Касадака, Вега. И вот замену ее хотел бы. Касадака Вега выглядит вот так. Стоила она еще в свое время 720 рублей. В размотке 150 и Гамакацу 0.1. Вместо этого решил заказать онлайн супер ВПЕ накладная. Столько. Так. Да, так и есть. Так, упаковочки. Цена меньше 1000 рублей за упаковку. Размотка меня радует, 150 метров. Вот. Тест 4 килограмма, это себе на ультралайт. Взял ярко-зеленую, салатовую, чтобы было видно, потому что была темненькая, бывает на забросах не видно, куда улетел, когда ветреная погода. Так, взял себе на лайт, либо на джиг. Вот. 15 либров. 1,5. Толщина опять 1,5. Так. Заказал себе два крэкджека для... Почему-то перевернулся он там. И упаковочки какие-то другие стали упаковки делать. Раньше вроде делали Pontoon, вроде немножко не такие. Вот. Вот такая была упаковка раньше. И здесь какая-то мелкая. Так, один, оба в натуралочке, один с черной спинкой. Это 58 размер, 4,6 грамма. Это точно такой же, только в расцветке под окуня. Хотел кислотника, но тоже не оказалось расцветки. Для ловли жереха взял себе пилькера. Попробовать, что за приманка. Высмотрел опять в интернете, что больно уловистые. Все культурно сделано. Упаковочка такая. От Хайбаса. Видите, да? Вот в таком размере. Хвостиком, крючочки такие прикольные.
цвет заказал синий. Были у меня синенькие воблера. У нас вроде ловится вообще хорошо. Крючочки. Все дела. Так, флюрокарбон, а также заказал от Санлайна 30-метровый, потому что надоело пользоваться подделками. Думаю, посмотреть, есть ли разница. Буду пользоваться этим. Для троллинга себе Крэдди Гатс взял в кислотном варианте. Слышал от местных рыболовов, что ловит он прекрасно у нас. Кислотник диповый. С заглублением он на 2,3 метра. Самая моя любимая глубина 2,5-3 метра. Красавец. Думаю, порадует он меня. Все, понтун 21. Люблю я эти приманки. Так, и начиная в этом году, возможно, буду джигом попробую. Заказал себе еще резины. Понтун 21, Аларуна. На многих каналах именитые рыбаки ловят с удочкой неплохо на эту приманку. Вот. Вроде все в порядке, все цело. Все, посылкой доволен. Нету в этот раз подарка. В прошлый раз мне резину выслали в подарок. Сейчас подарка нет, но подарком является бесплатная доставка от магазина. Хотя у меня по цене даже чуть-чуть не выходила бесплатная. Но менеджер сказал, что мы вам сделаем в качестве сюрприза, бонуса. Так что очень рад. Спасибо магазину. Вот, будем ждать через недельку еще одну посылку. Все, на этом все. Похвастался. До свидания.